Всем привет! Сегодня ролик будет короткий и такой немножко, может быть, грустный, немножко информативный, потому что узнал я вот такую вот новость буквально сегодня, что YouTube на следующей неделе его закроет. Итак, кто знает, что монетизации уже нету у тех русских, российских каналов, кто ведет с России, просмотры не считаются, то есть все доходы, они ушли просто вот в ноль. В общем, что могу сказать? Свой коп и так далее я не бросаю. Все это будет также выкладываться в группе ВКонтакте. Ссылки будут внизу в описании под видео. ВКонтакте, Яндекс.Дзен больше всего. Рутуб частично буду выкладывать. Ну, сейчас Яндекс.Дзен и Рутуб буду. Старые сначала ролики все закинул, которые были на YouTube, пока есть время всех их скачать, там перекинуть, закинуть. А ВКонтакте в группе будут выходить постоянно новые. Также еще появился у меня телеграм-канал. Вот. И в этот трудный, нелегкий момент я призываю вас к помощи, к моему творчеству, кому нравилось вообще смотреть мои видеоролики. Просто помощь, не финансовая никакая, а вот просто подписаться там на Рутуб, на Яндекс.Дзен, на Телеграм, добавиться в канал, в группу ВКонтакте, чтобы оставаться на связи. И мы всегда будем с вами выкладывать ролики, я буду выкладывать ролики, вы будете смотреть, кому интересно, там всякие настроечки по детекторам еще будут в будущем. В будущем, надеюсь, что поменяю все-таки детектор, который я хотел. Ну, в общем, вот такие вот у нас новости, печальные, не печальные. Ну, от кому-то может показаться печальное, что в Ютубе не будут смотреть, но также есть другие платформы. Советую на Яндекс.Дзен особенно подписаться. Там есть такие же короткие ролики, как шорты в Ютубе. Рутуб. Ну, я бы не особо советовал, как бы я там все равно буду старые ролики выкладывать, но подписаться лучше надо. Мало ли, наши русские разработчики Рутуб доведут до ума, но это еще, наверное, не скоро будет. Ну, Яндекс.Дзен по мне пока такой платформой является больше интересной. Там и посты, и статьи, и видеоролики, и короткие ролики, как шорты. То есть, ну, нормально. В общем, но сейчас из-за ситуации вообще в мире Яндекс.Дзен не рекламирует свои видео. Вот если я выложил видео, он не рекламирует никому мои ролики. Его видят только подписчики. А у меня там подписчиков нету. То есть я выкладываю просто так сейчас старые ролики. Так что подпишитесь, это будет прям помощь мне вот в таком нелегкое время. Ну, всем, конечно, удачи. Весна. Уже все тает, скоро будем копать. Видеоролики будут выходить, как и выходили. Сейчас, кто знает, по Ютубу у меня там чистки были монет. Две монеты на чистку. Медь я первой части чистил, потом во второй части серебро. Сейчас скоро выйдет третье видео, я дочищу медь и покажу, как вам она очистилась. На самом деле, результат довольно-таки меня вообще поразил. Монета была убитая, конечно, задняя часть там. Ну ладно, не буду все подробности раскрывать. В общем, ролик скоро будет, думаю, 3 дня. Пока у вас есть время, подпишитесь на Телеграм, группу ВКонтакте, Яндекс.Дзен и Рутуб. Будет прям огромная благодарочка мне вам. И будем дальше заниматься нашим любимым делом. Нам никто не помешает этим заниматься. Весна скоро. В общем, все, дорогие друзья, не унывайте. Всем успехов, всем удачи и все будет хорошо, запомните. Все будет хорошо. Поживем и увидим, конечно. Все, всем удачи, пока.